157-й беговой сезон официально открыт. Торжественная церемония прошла на Саратовском ипподроме в эти выходные. Старт беговому сезону дал губернатор. В рамках мероприятия состоялся парад лошадей Саратовского ипподрома и показательное выступление по выездке. Также на открытии бегового сезона прошли несколько заездов, главный из которых в честь 70-летия Победы. Призерам вручили грамоты и ценные подарки. По словам губернатора, конный спорт в области существует уже более 150 лет. Традиции, связанные с конным спортом, в нашей области насчитывают без малого 160 лет. За это время Саратовский ипподром вошел в десятку лучших ипподромов страны. Формировался культура коневодства, нашей области элитные породы лошадей. Наконец, за это время сменилось не одно поколение коневладельцев и наездников, своей любовью к лошади пропагандирующих духовное и физическое здоровье.